Палетка теней? Представь себе, прикинь, насколько это огромная палетка теней, Полин. Посмотрите, ребят, бокс еле закрывался просто. Открывай, Полин. Это так все мило. Ты так старалась, для меня готовила. Угу. Посмотрите, дальше? Сколько подарков, ребята. Реально. Просто с ума сойти. Все, счастливая Полина с огромным количеством подарков. Всем привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать себя, дорогой мой друг, на моем канале. И сегодня я не одна. Посмотрите, перевоплощение Всем такое. Привет. Почему перевоплощение? Потому что Полиночка что-то у нас не по дням, а по минутам меняется. И как бы я не успеваю за этим наблюдать. Посмотрите, Полина уже покрасила волосы в розовый цвет, полностью в розовый цвет, и в честь этого я подготовила для Полины приятные подарки в розовом стиле, в таком а-ля Girl Power. Я собирала по магазинам всякие приятные сюрпризики, много плюшевых игрушек. Среди всего этого я выбрала то, что, скорее всего, понравится Полине, поэтому мы желаем вам чего? Приятного просмотра! Да, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и ставить колокольчик. Да, обязательно, а мы вам желаем приятного просмотра, но перед этим, ребятки, не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что совсем скоро там я разыграю бокс для подписчика, который я соберу специально именно для тебя, поэтому обязательно подписывайся, дорогой мой, на мой канал, на мой инстаграм по ссылочке ниже и в описании. На мой тоже. Да, и на Полинин тоже. И мы вам желаем приятного просмотра. Сейчас Полина будет распаковывать всю эту красоту. Погнали! Так, Полиночка, перед тобой, дорогая моя, очень много подарочков. Кстати, из-за того, что я постоянно покупаю какие-то новые боксы, я решила в этот раз не сильно заморачиваться и просто взять бокс, который был у меня дома. Мне, кстати, в этой коробочке Рус подарил на день рождения подарок. Там лежало очень много красивого нижнего белья. Вот, а сегодня я тебе туда положила приятные сюрпризы. Смотри, это основной бокс. Это боксы бьюти, всякие штучки, там масочки, уходовые штучки. И вот эта плюшевая игрушка. С чего начнем? Что ты хочешь? Я хочу вот это. Плюшевую игрушку открыть? Давай, открывай. Это увидишь. История с приятной полезности, полезности приятные. Так, открываем. Открываем. Ты прям проткни, как я люблю. Только у тебя длинных ногтей нет. Так, сейчас я вам продемонстрирую, как правильно протыкать вот такие вот пакетики, чтобы быстренько все открыть. Я тогда открою за тебя. Берем вот так, оп. Ты мне надорви, а дальше сама. Опа. Все, держи. Открывай дальше. Так, это что-то розовое? Да, конечно, под твои волосы я собирала бокс, все розовенькое. А, я поняла. Итак. Это вот эта вот акула. Розовая акула, да-да-да, открывай дальше. Ой, блин, как круто. Посмотри, вау, какая она красивая. Ее только расправить надо чуть-чуть. Да, она перекосила ее. Перекосила, да, чуть-чуть. Правим. Нормально Полина вправляет, бедная акула. Вообще-то я с детства думала, что игрушки оживают. Прикинь, если бы они реально оживали. И акула сейчас такая, Полина, что ты делаешь? Все, готово, акулу потом дальше расправим. Следующее, что ты выбираешь, что будем открывать? Теперь я открою вот это вот. Это ты говоришь, бьюти-бокс, да? Это основной бокс. Это всякие бьюти-боксики, которые я собрала для тебя. Все, сейчас мы распакуем вот это. Начнем с бьюти-бокса? Да. Давай, открывай. Оба. Открываем, ой, смотрим. Это ты так упаковывала? Нет, это я купила готовый бокс. Блин, круто. Хотелось бы самой, конечно, так упаковать. Так, вау, посмотри, сколько тут всего лежит. Только просто и вау. И сейчас мы все это с вами рассмотрим. Давай. Первое, это hand cream. Крем для рук. Восстанавливающий крем для рук с маслом авокадо. Авокадо. Очень круто. Ставлю себе куда-нибудь, буду мазаться. Давай. Дальше. Body cream, суфле. Крем суфле для тела. Он так круто выглядит. Все розовое, реально. Все розовое, все я подобрала под цвет твоих волос. Розовый бокс, дорогуша. Круто очень. Дальше достаем. Дальше, ой. А, это бомбочка. Бомбочка для ванны, розовая. Тут еще блесточки выйдут, когда... Да, они золотистые такие, прям вообще вау. Mm-hmm. Это бурлящий шар для ванн. То есть не бомбочка, а именно бурлящий шар. С лепестками роз. Так. Дальше. Тут у нас Golden Crystal Mask. Я так понимаю, это патчи. Тут долька лимона. Да, дай-ка я покажу подписчикам. Ну не дольку лимона же, Поль, покажи. Подписчикам зачем долька лимона? Это я так
понимаю, да, Полин, это розовые патчи под глаза. Посмотрите, ребят, они с таким бантиком. И также тут была вот такая вот долька сухой апельсинки. На меня насыпалось перо. Открываем дальше. У нас тут будет прям беспорядок, чтобы мы потом с Полиной все разобрали нормально. Тут я вижу две маски для лица. Очень крутая. Одна с вишней, одна просто розовая. Так, показывай. Как раз тут все по цветам, смотри. Вот эта масочка с вишней, она подходит под бокс, под этот красный. А вот эта розовая под твои волосы. Мне кажется, наоборот, у меня сейчас волосы такие более вишневые. Да, у тебя... Нет, не более вишневые. У тебя прям розовые и розовые. Особенно на камере они выглядят розовыми. Масочки для лица, посмотрите, так, ребят. И последнее, что я тут вижу, помимо инструкции, это... Макарун. Это, наверное, гигиеническая помада. Да, бальзам для губ. Бальзам для губ в виде макаруна. Надеюсь, что не использую. Фиолетового. Почему он должен быть использованный? Не знаю, он без всяких. Но очень круто. Кстати, я давно хотела такой. Ну вот, видишь, значит, я угадала. Тут есть еще один бьюти-бокс, раз мы пошли по ним, давай начнем с этого. И также тут другие подарки, которые ты хотела сейчас благополучно отложить в сторону. Ну, чтобы бьюти-бокс... Так, хорошо, сейчас мы их сначала тогда посмотрим. Это что такое у нас? Это календарик на магните. А, я поняла, это типа планы свои записывать. Да, записывать планы, ты давно такой хотела, помнишь, что мне говорила? Да, 2 месяца назад. Ну, короче, хотела, получила, называется. Да. Очень круто. Буду записывать каждый день недели свои планы. Да, смотрите, ребят, тут нужен специальный маркер, и ты как бы записываешь все планы на понедельник, на вторник, на среду, на четверг, на пятницу, на субботу и на воскресенье. Также заметки важно, и что нужно не забыть. Вот такая вот штучка. И также следующий бьюти-бокс. А это что, это фломастеры какие-то? А ну открой. Лет вас. 99 цветов. О, палетка теней. Представь себе, прикинь, насколько это огромная палетка теней, Полин. Представь себе на секундочку. Вау. Просто. Это офигенная палетка, дорогущая, просто самая лучшая, как мне показалось, палетка. Многие ее блогеры советуют, но лично я видела в Инстаграме. Посмотри, сколько тут цветов. Тут любой цвет, какой тебе только в голову не взбредет, он и есть в этой палетке. Блин, очень круто. Вообще просто. Я теперь еще и краситься буду. Да, ты и так любишь у нас такие яркие цвета. Я люблю краситься, но я не пробовала еще такие яркие макияжи. Угу, поэтому. Блин, спасибо большое. Супер, не за что, Полин. А ну-ка, пробуем. Яркие? Да, они пигментированные. Очень пигментированная палетка с тенями, да, просто суперская. Очень круто, спасибо большое. Не за что, Полин. На следующей коробочке прямо так и написано, что это бьюти-бокс. Ну что, открываем. Вау. Тут чек, так тут сказать. Тут всякие приколдесы крутые такие. Так, первое, что я тут вижу, это щеточка для умывания. Я такую, кстати, очень давно хотела. Ага, как раз розовая. Она на присоске. На присосочке. А зачем? Чтобы ее к стене в туалете прифигачить, и чтобы да, не потерять. Да, и об стену вот так вот. Да, да. Да, об стену, молодец, Полин. Вот такая вот специальная штучка для того, чтобы очищать поры и чистить свое личико прекрасно. Вот это очень круто. Это спонж. Как раз мне нужен был новый. А так он еще и не простой, он еще и на подставке. То есть можно на туалетный столик вот так взять, поставить. Вау, очень круто. Ребят, да. Смотрите, это специальный спонжик для макияжа и также под него подставочка, чтобы точно уж не потерять и чтобы не валялся он просто на столе. Красота. Блин, очень круто. Спасибо. Просто не за что, Полиночка. Дальше смотри. Блин, ты так все мило. Да, открывай. Столько, блин, подарков, зачем? О, это ого. Повязка. Повязка специальная, да. Супер, она упала у тебя. Это короче, специально, чтобы масочку на лицо там сделать, еще что-нибудь, и чтобы волосы да, не лезли в лицо. Очень круто. Так, дальше я вижу щеточку. Так, это щеточка для чего? Это кисточка. Мой мастер на маникюре всегда использует вот такую вот штучку, чтобы с ногтей убирать лишнюю пыль. А тут, наверное, просто для пудры или еще для чего-то можно использовать. А, я поняла, можно скулы. Ну или скулы, да. Угу. Дальше. Короче, в хозяйстве пригодится. Дальше ой. Вот такая вот пилка абразивная для ногтей. Абразивная? А, это что так такое? Наверное, это как раз тоже для ногтей. Ну вот, да, наверное, это тоже для ногтей. Вот такая вот пилочка да, в стиле радуги.
чтобы пилить, а это чтобы убирать пыль. Да, кстати, чтобы убирать пыль. О, я давно хотела увлажнить себе губы с помощью прекрасных патчей для губ. Ой, да, это вообще тема. Они хорошо увлажняют губы, так что я тебе взяла еще вот такие. Угу, дальше. Так, дальше тут вот такая вот, кстати, прикольная. Заколочка. Заколочка в твоем стиле как раз. Ова. Налепим. Во, красотка вообще. Ну, это надо поаккуратнее, конечно, сделать. Да, покрасивее. Сейчас. Полина у нас пошла к зеркалу нацеплять заколочку. Давайте посмотрим. О, другое дело вообще, просто красота. Дальше спасибо. Смотрим. Дальше тут патчи под глаза. Вот такие. Еще патчи под глаза. Угу. И тут маска для лица. Еще одна маска для лица. Какая-то глиняная. Короче, у Полины бьюти-подарочков сегодня очень много. Плюс еще в этом боксе, который мы сейчас будем распаковывать, тоже дофига всего. И последнее, что тут есть, это натуральная соль для ванны. Супер, соль для ванны. Эти два боксика мы убираем. Смотрим еще раз на эту гору подарков, которую я для Полины подготовила. И на самом деле... Я придумала, я буду прибираться в своем туалетном столике, все разберу и поставлю кучу всего, что... Да, чтобы у тебя все красивенько было. И ты меня на это замотивировала. Да, конечно. Теперь следующий подарок, вот такой вот это огроменный самый. Бокс, поверни лучше сердечком в твою сторону. Посмотрите, ребят, бокс еле закрывался просто, открывай, Полин, тут так, все розовое. Розовый наполнитель, и да. Сейчас мы его уберем ага. в сторону и увидим. Дофига всего, что я для тебя купила. Так, вот такая вот фиолетовая бутылочка. Чтобы ты туда делала лимонадики и спокойно гуляла, пив прохладительные напитки. Нифига, смотри. Да, она резко открывается. Ты дыши. Дальше у нас три шага к совершенным бровям. Для бровей, похоже, что. Да, это наборчик для бровей. Специально открывай. Распакуем. Я, ребята, хотела себе брови осветлить, кстати. Чтобы они у тебя тоже были розовые? Да. Посмотри, вот может быть, там есть розовая краска для волос, для бровей. Может, тебе настолько повезло. Так, что у нас тут? Так, тут у нас карандаш для бровей, ага. Щипчики для бровей. Ага. И штука, чтобы брови рисовать, типа подкладываешь и рисуешь. Да, трафаретик, супер. Так, тут щеточка. Угу, щеточка. Чтобы укладывать. Карандаш, кстати, очень даже прикольный. Прикольный карандаш? Покажи. Светленько так рисует как раз, да. Супер. Угу, офигенно. Я не прогадала, значит. Да. Смотрим дальше. Очень круто. Дальше у нас бомбочки для ванны. Маленькие, миниатюрные. Ароматный букет. Ароматный букет розовых бомбочек для ванн. Вот таких вот. Очень круто выглядит. Ага, супер. Спасибо. Не за что. Так, дальше у нас будильник. Походу, потому что я всегда просыпаю, да, все? Да, все всегда. Я сегодня съемки проспала эти. Вот, еле собралась. Будильник тебе, чтобы ты просыпалась всегда вовремя, потому что Полину будильники с телефона не разбудят никогда. Так, хорошо, буду будиться. Будешь будиться. Тут я вижу прекрасный Pop-It Simple Dimple. Угу, это Pop-It. Pop-It написано, да. Ну, так это и видно, что Pop-It. Simple Dimple, Pop-It Squish, Pop-It Squish, Pop-It Squish. Что? Если голова болит. Simple Dimple, Pop-It Squish, Pop-It Squish. Залипательно, очень. Дальше. Я вижу тут выпрямитель для волос. Маленький, миниатюрный, ты постоянно у нас у подруг ночуешь. Я решила, что тебе нужен выпрямитель вот такой, чтобы ты могла с собой куда-нибудь взять. Круто, спасибо большое. Не за что, открывай. Не открывается. Короче, мне Карина подсказала. Вот так надо сделать. Ага, вот. Открываем. У нас вот такая вот плойка для прямых волос. О, это для гофре. А, это для гофре? Да. Еще круче, да? Офигеть. Я думала, что это выпрямитель для волос. Ты берешь? Класс. Круто, спасибо. Я не за что. Все, супер. Полина сделает гофре в своем инстаграме, вам покажет. Да. Дальше я вижу, опа, мармелад. Угу. Вот это в стиле Girl Power, попробуй. Какой мягкий. Мягкий, конечно. Я не люблю сухой мармелад, я специально проверила, чтобы он был вкусненький такой, мягенький. Да, я подписчикам покажу. Вот так вот, ребят, выглядит баночка. Она тоже в таком розовом стиле. Вот такая вот красота. И там мягкий мармелад, очень вкусный. Прям как будто реально очень сильный. Вкусный мармелад? Все, супер, офигенно. Я не прогадываю никогда с подарками. Давай. Я вижу
Фиксатор для бровей. Фиксатор для бровей. Ты хотела давно, тем более розовый. О, кстати, у меня тот был тоже похожий, он у меня закончился. То есть там вообще чуть-чуть оставалось прям этого мыла, и там еле как можно было взять. Угу. Поэтому очень круто, спасибо. Не за что. А ты знала, да? Да, конечно. О, еще два спонжа. Как покажи-ка. Раз для той, для той подставочки, да. Достань-ка, покажи подписчикам. Вот такой вот розовый спонжик, нежно-розовый. И вот такой вот прям розовый-розовый под цвет волос Полине. Какой мне больше понравится, я все попробую и поставлю свой самый любимый в эту подставку. Ага, супер. Круто очень. Дальше. Так, дальше я вижу жвачку. Жвачки набор. Жвачки, жевательная резинка со вкусом тутти-фрутти. Сейчас мы попробуем, насколько это тутти-фрутти. Давай, дегустируем тутти-фрутти. Это у нас тоже, ребятки, из набора Girl Power. Посмотрите, тут такие яркие жвачки. Сейчас Полина попробует и расскажет вам, насколько вкус похож на тутти-фрутти. А я не знаю, как с тутти-фрутти вообще вкус. Но должно быть вкусно. Мне такие жвачки, помню, бабушка покупала в детстве, когда я к ней приходила в сад. Да, 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 да. Я тоже жвачки любила такие. Прям в детские, да, были? Да. А ты как таблетки их доставай, Поль. Блин. Воспоминания, да? Итак, пробуем. Вкус такой же, как в детстве. Да? Попробуй, Карина. Давай. Дегустация жвачки. У бабушки в саду точно такие же мы ели. Еще дай. Ребят, это очень вкусные жвачки. Вкуснятина. Ребят, это самая офигенная жвачка. Как в детстве. Угу. Просто кайф. Ну что, покушав немного жвачек, можем продолжать дальше. Дальше я вижу тут какую-то книжку записную или что-то. Нет, это не записная книжка, это тебе под набор с тенями. Набор кисточек. Это кисти? Да. Офигеть. Карина, я себе на Валберес заказала. Да? Какие же? Да? Ну мне вот, видишь? Мне нужны были кисти очень. Угу, теперь у тебя есть. Как круто. Теперь у тебя дофига кистей для макияжа. Ой, ребятки, нам потом тут столько всего разгребать. Посмотрите, сколько тут подарков. Они такие мягкие, приятные. Дай-ка мне одну кисточку. Ой, какие, я прям чувствую. Вот такие, ребятки, кисточки. Посмотрите, они супер мягкие. Просто вау, офигенные. Ты мне под фиксатор для бровей, наверное, положила. Это да, это к фиксатору и шло. Щеточка розовая тебе под волосы. Видите, ребят, я Полине подарки прям под волосы подбираю. Давай дальше. Класс. Так, дальше тут опять какой-то планер. Это Today, Wednesday, Monday. Мое знание английского. Так, хорошо. Girl Power планер. Сейчас мы его откроем, посмотрим. А, я поняла. Это типа стикеры? Стикеры клейкие, да? Да. Все. Типа клеить и писать, что тебе надо сегодня сделать. Вот такие вот тоже клейкие стикеры. Смотрите, ребят, да, чтобы Полина все записывала, если вдруг магнит ей тут не поможет. Так, тут книжка. Книжка Girl Power. Это записной блокнот, блин, скетчбук. Блин, столько, Карин, подарков опять. Я так рада. Да не за что тебе, Полин. Спасибо. Не за что. Это так все мило. Ты так старалась, для меня готовила. Угу. Открывай. Называйте меня искусством. Смешбук и раскраска. Угу. О, это вот такая вот раскраска типа. Да. Расслабляющая, и тут можно писать что-то. Да, посмотрите, ребят, это как раскраска антистресс. Тут специально на разных страничках, чтобы все раскрашивать. Красота, и тоже написано Girl Power. Вот такая вот красотень. Дальше круто. Открываем. И дальше еще одна книжка. А, это мне тетрадки. Как раз скоро в школу опять. Ну. Решила мне об этом напомнить. Да, посмотрите. Вот такие вот тетрадки с клубничками, с ягодками. Очень красивые. Да, крутые тетрадки. Тебе как раз для школы под волосы самое то. Так, у нас тут остается совсем немножечко подарочков. Но их и так в сумме было очень много, поэтому открываем дальше. Так, это у нас тоже какие-то бомбочки для ванны. Это соль. Да, это вот такая вот как а-ля соль для ванны разная, посмотрите. Тут тоже все в таких нежных оттенках. Супер. Так, дальше я вижу блокнот. Girl Power, ага. Дальше. Дальше я тут вижу набор помад с сетиновым эффектом. Угу. Сейчас мы сатиновый откроем. Эффект. Так, открываем. Надеюсь, я ничего не поврежу. Вау, ребята, выглядят эти помады очень круто. Угу, вот черные. Вот. Покажи, надеюсь, они розового цвета, я точно не прогадала. Ну, такого. Да. Типа и розовый. И звездочки, смотри. Да? Еще. Супер. Офигенные помады. И второй. Второй оттенок какой? Похожий. Похожий, но понежнее, да? Да.
покажи. Этот более светлый. Да, угу. Круто очень. Суперски. Я еще черным иногда немного губы мажу. И можно такого, и немного еще черного. Да-да-да, и растушевать очень красиво будет. Спасибо большое. Так, я вижу Simple Dimple. Это же Simple Dimple? Да, Simple Dimple это розовый. Это Simple Dimple. Это можно ключам прикрепить. Да-да-да, вот такой вот Simple Dimple. Антистресс. Прям реально залипательно. Оп, оп. Круто. Угу, достаем дальше, что там? Дальше тут, о, мерцающие бульонки для создания потрясающего маникюра. Угу. Это что? Вау! Это такие блесточки, ребят, посмотрите, прям набор я для Полины взяла для крутого маникюра. Такие вот штучки. Но вообще я думала, что Полина это будет добавлять еще куда-нибудь. Куда? На лицо можно, допустим. Кстати, клей для ресниц сделать и на лицо добавить. Да-да-да, на лицо тоже очень красиво будет. Подарила бы мне ты такие года 2 назад, я бы их в слаймы добавляла. Да-да-да, я только хотела сказать, потом поняла, что в слаймами ты уже не увлекаешься. Так, о, тут еще куча всего, я думала, это все. Так, почти. Матирующая пудра для лица. Вот такая вот нежная. Чтобы лицо не блестело этим летом, потому что у нас в Москве еще жара такая. Тоже Girl Power, очень круто. Посмотрите, сколько подарков, ребята. Реально. Просто с ума сойти. Все, счастливая Полина. С огромным количеством подарков. Так, шоколад Girl Power. Шоколад Girl Power. Такие шоколадные конфетки. И еще тут есть леденец Girl Power. Угу. Вот такой вот. Леденец тоже очень красивый. Тоже Girl Power. Супер. И последнее, что тут лежит, это палетка теней. Вот такие вот тенюшечки офигенные. Блёстки, фокус, фокус, фокус. Угу, офигенные. Вот это тоже на лицо можно, кстати. Да. А ну-ка, вот это я понимаю вообще. Блин, Карина. Вот это так мило все. Да, вот тебе все в розовых оттеночках под твои прекрасные розовые волосы. Вот это так мило, спасибо большое. Не за что тебе, Полиночка, не столько за что. Столько всего, Карина, блин. Сейчас деле... будешь разбирать это все. Карина. Да. Спасибо большое. Не за что, Поль. Столько всяких крутых штучек. Угу. Спасибо. Не за что, Полин. А мы, ребятки, с вами благополучненько прощаемся. Пока Полина меня обнимает, хочу сказать вам большое спасибо за просмотр этого видео. Полина меня тоже заразила своим окрашиванием волос розовые. У меня тоже теперь они, посмотрите, такие. Но у тебя они алые. Да, у меня такие прям алые. Как вам, ребятки, кстати, это окрашивание? Обязательно напишите ниже в комментариях. Кстати, у тебя не сильно волосы-то испортились? Ну, они вообще не испортились. Ой, извини. Карина, блин, вот она своими ногтями мне вечно в лицо сыпь. Я не специально. В общем, ребятки, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Мы сейчас с Полиной всю эту гору будем разбирать. И с вами была Кариночка, самая лучшая сестра на свете. И Полина. Приятный получатель. Тоже самая лучшая сестра на свете. Да. Всем пока-пока.